много сил отдал картине, он тренировался, он фехтовал, скакал, готовился к роли. И меня очень благодарил Гофман потом, Ежи. На банкете мы с ним в Доме кино пересеклись на премьере картины «Огнем и мечом». И он сказал, как же артист готов был драться на саблях, скакать на лошади. Да, это мы умеем. Мы тренировали парня.